and his name is John C. С регулятором скорости, если можно, песенку. Валерыч, от души! Пусть завтра идем, завтра идем. Покупаем вентилятор от Валерыча. Так, ну что, ребята, все мы, значит, где-то здесь, в ДНСе. В ДНС идем. За подарочками приехали. Подарочки приехали наши. Пойдемте. Заберем. Людочка с нами идет. Людочка, помаши ручкой. А? Отвлекаться нельзя. Ну что тебе, какой надо? Ну такой не надо. Вот вентилятор есть. Пойдет такой, не? Всем привет, ребятки. В общем, пришел тот день, когда пришли наши вентиляторы. А спонсоры наших вентиляторов кто? Валерыч. Валерыч и машинист поезда. Спасибо вам огромное за донатики. Так что от души, душевно. Валерыч, машинист поезда, тебе. И еще Серега Бабаев подарил чайник. Нихера себе. Так что позже будет чайник, еще обзорчик. Сейчас мы, значит, забираем. Фух. Жарко, здесь хоть прохладненько. Забираем вентиляторы и едем за чайником. А, к теще завезем вентилятор и поедем за чайником. Так что лайк с вас, с нас видос. Ну что ты опять тут? Что ты, что? Да он стоит дешевле нашего. Посмотри, мне нравится, да? Больше. Ну забирай, что. Ну, сколько? Ну, нормально, что-то. Да, мне еще половинник огромный. Но кто спонсором является нашего сегодняшнего ролика, скажи? Валера и машинист поезда. Вы ее вообще знаете, это нет? Давай, убери камеру от меня, я разрешение на съемку не давала. Да ты чего? Че, проверять их будем? Да нечего, проверим там. Ну, 14 дней проверим. Ну, конечно. Все, ребята, вот они, наши вентиляторчики. Два штуки. Оплачивать карты, наличные? Да, карты. Вон, иди пить. Серега, а? Кулер, ты меня тоже позовешь? Хорошо, 2598 рублей. Сколько гарантий? Год. Год, да? Угу. Также на КР 400 дней, чек понятен. Угу. Все, забираем, погнали. Все, Валерий, спасибо тебе за вентилятор. Сейчас уже окажемся у тещи. Подарим ей один вентилятор и поедем дальше. Погнали. Теща, да? Мы тебе с подарком. Да. У тебя свет есть, нет? Нет. Как нет? Так что вот тебе подарок. Это Леха Тамбов. Машинист поезда тебе подарил. Спасибо. Так что радуйся. Собирай. Сразу соберем. Ничего себе деловая. Ты соберешь, ну ладно. Так, обзор хаты тещины. Хватит снимать хату. Не надо. Чего? Ничего. Нормально. Зачем? Ну-ка вскрой давай, хоть посмотрим, что там. Ничего. Ну, пальцами открывай. Что, пальцами видишь? Но хоть новое, не? Открывай эту. Валера же сказал, с регулятором должно быть, со скоростями должны быть, со скоростями нет, есть скорости? Ага, вот, три скорости. Но, ну-ка, держи за ручку.
пошло. Ну так, упусти. Все вращается. Третье. Нормально будет, все работает. Все в порядке, теща. Все, собираете тут. Делаете дело, охлаждаетесь. Угу. Да, это я тут от Валерки тебя поцеловал. Трехлопастной. Обожаю скольки быть. Ну, есть вот не лопастные, по-моему. 12. Даже прозрачные. Так что их даже видно не будет. Угу. Да, вот так тебе. Хали-гали. Угу. Топоги-сандали. Людочка сборкой занялась. Ладно, свой будем собирать, поехали. Но все, поехали мы дальше. Мы за чайником поехали. Еще. Да, Серега Бабаев нам чайник подарил. Сейчас поедем чайник покупать на дачу. А то на даче сгорел чайник. Все. Че, не соберешь? Андрюха, ну тебя не вижу, где Лукашов-то? Понять не могу. Все здесь, да здесь орет. Вот, ребят, видите, где Лукашов? Андрюха, вылазь из-под кровати. Быстро вылазь, вон он там сидит. Быстро вылазь, Андрюха. Под кровать залез. Все, говори всем до новых встреч. До новых встреч. Поехали. Так, ну что, мы приехали в торговый центр. Что получается? Что? Как сегодня будем? Обмыть надо. Обмыть опять, да? Ну все, стрим тогда заведем. Торговый центр, ребят, приехали. Торговый центр называется Табачок. Табачок, но... Да, господин Лосось. Табачок приехали. Ультра-мега-центр. Это у нас здесь торговый центр двухэтажный. Сейчас мы здесь чайник купим от Сереги Бабаева. Серега, спасибо, братишка, тебе. От души. Че ты, тележку? Может... Может, сядешь? Я тебя покатаю. Как ты думаешь, выдержит, нет? Или нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Он, наверное, привезли, да? О, баньку скоро буду строить. Наверное. Не, это другие это какие-то. Другая. О, колышки, слышишь, нет? Тонковатый, да? Нифига косарь. Нормально. На колышке. Вот она эта. Вагонка. Вагонка. Вот такая вот. Для бани, ребят. Вагоночка вообще четко в бане. Сделать идеально. Все. Так, это кому? Так, это сержанту велик купим. Пусть катается. Сержант, для тебя велосипед. Все, по красоте. Так, что ты еще? Гостям выбираешь белье? Да, это портьера. Ну пошли, нам что надо? За чайником. Мне все надо. Ну, все тебе надо. А трусики тебе не надо? Я сказала, все надо. Ну, вот твои трусы. Вот. На, пойдут тебе, нет? Ну-ка, примерь. Примерь-ка, ну-ка. Бирюзовые. Да, бирюзовые. Нормально, пойдут. Все, берем. Там, если что, подрежем. Валенки никому не надо. 1200. Обзор, короче, тут. Ну, детский. Попробуем. Пошлите, ребятки, за чайниками. Чайники есть, вот они. Чайники, вот они. Вот они, чайники. Вот такие вот, ребят. Вот такой чайник. Во. Все порядочно. Все, хватит на дачке. Что мне, чаек согреть? Кофеек попить там, чаек попить там. Туда-сюда, тудым-сюдым. Так что берем один. Какой, ребят, берем? Какой берем? Ну, как говорится, самый нижний, вон тот. Ну. Да-да-да. Все, вот он наш чайничек. Проверим его. Состояние его на этом. Что тут есть, обзорчик сделаем. Инструкция по применению. Так. Подложечка.
Нижние, да? Все. Так, поставим. Что еще тут? И сам чайник. Кнопочка открывания. Ну да, что-то идет. Целый? Да. Смотри, целый. Да, нормально вроде. Выкл-вкл работает? Работает. Все нормально. Конечно, пойдет на дачку. А мы на дачу. Ну-ка, этот поставь его, как он тут ставится, нет? Тут вот что-то мятина. Все нормально. Все. Так что, Сереге и Наталке спасибо, да, Людочка? Да. За чайничек. Как вы там в Карелии отдыхаете? Все нормально у вас? Пишите комментарий. Все, ребят, идем дальше. Куда? Вот на дачу сейчас едем. Да тебе тут все надо, я вижу. Тебя здесь хоть никуда не завози. Это надо, это надо, это надо. Ты хоть что-нибудь сказал, что не надо. Такого не бывает. Че это? Ножи точить мне надо. Ножи. Не надо ножи, а то ты пальцы себе режешь сейчас. Пусть они будут тупее. Чем тупее, тем больнее. Но. Все, ладно, мы едем на дачу, ребят. Сейчас вентилятор собирать будем. И пробовать чайник уже на даче. Как он будет кипеть. Первое испытание проводить. Ты еще не выключай, там еще подушечка. Какая еще подушечка? Все без подушечек. Mm-hmm. Давай. За подушечкой идем. Ну. Так, ну что ты тут понабрала там? Ну. Целую кучу. Майонеза набрали, посмотрите. Тоннами съедают. Тоннами съедаем майонез, но... Что, нам пакет нужен, нет? Что, тут чайник как-то проверить-то можно, нет? Дома проверяете? Можно потом еще принести, да? Только чек сохранить. Ага. Распаковочка, ребят. Все, мы на дачке. Распаковочка, все нормально. Все четенько. Просто, да? Высоко. Такой смешнял. Тут твое место, родной. Назовем его Валера. Угу. Не хватает, да? Поставлю. Ну вот сюда тогда за место этой треноги. Фу, жарко. Все. Как ты его поставила кверх ногами, нет? Кнопочка, первое положение. О, все работает. Это вон надпись не работает. Но, дай пофигу. Второе положение есть. Ой, как хорошо сразу, да? Третье. Третье и не надо. Пониже его можно, да? Когда сидеть. Но. О, отлично, да? Теперь можно здесь жить. Но. Все. Валерыч, спасибо, дорогой. Спасибо за вентилятор. Все, на даче вентилятор теперь дует. Все, отлично. Все, остаемся здесь ночевать. Так, сейчас чайник еще проверим. Лежит, кайфует, пока я грядки полю. Ребят, лайкосик, жмякните, бахните. Так, Людочка принесла чайник, ребят, вот он. На обзоре чайничек сейчас. Посмотрим, что тут у нас. Что за чайник? Еврочайник. Да. Чеки сохраняем. Какие дела. Долго отработает, нет? Как вы думаете? Туц-туц-туц. Так, конечно, кабель у нас большой, ребят. Шикарно. Ну, какой есть, что. Может, там не размотан? Что там размотано? Сколько тут? Как рука моя. Метр. Да, метр, думаешь? Не знаю, короче. Напишите комментарий.
Как вы думаете, сколько? Я думаю, 70 сантиметров. Все. Так. Проверяем. Без воды можно проверить? Нет? Зачем? Давай нальем. А что? Ну для чего? О, работает, все. Все четко. Все работает, все горит, все моргает. Ну все, стой. О, горячий уже, все пошел. О, все нормально. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. До скорой встречи, мои киноманьяки.